Первые промежуточные итоги специалисты мэрии города подвели и озвучили неделю назад. По результатам первых трех дней голосования на избирательных участках лидеры определились буквально сразу. На первое место вышел парк юго-западного жилого района столицы Хакасии Комсомольский. Голосование за комфортную городскую среду продолжается. Закончился этап, когда можно было проголосовать на бумажных бюллетенях, но в сети интернет у нас на федеральной платформе осуществляется голосование вплоть до 30 апреля. И еще можно поучаствовать и подать голос за свою территорию. Сквер у Центра культуры и народного творчества имени Кадышева на минувшей неделе занимал второе место. Всего на сотню голосов отстал от лидера народного рейтинга. На третьей строчке расположилась общественная территория у пересечения улиц Лазурная и Дружная в 10-м жилом районе Абакана. Спустя неделю картина изменилась. Тройка лидеров осталась прежней, но они поменялись местами. Наиболее активными являются жители 10-го жилого района. Очень активно голосуют за территорию Лазурная, Дружная. И на настоящий момент у них пока наибольшее количество голосов. На второй позиции парк Комсомольский идет. На третьей позиции сквер имени Кадышева. Дальше, конечно, уже идут центральные районы города. Это и территория в районе 31-й школы, Арбан. Поэтому подключайтесь, жители нашего города, и усиливайте позицию своей территории. Так выглядит сейчас первая пятерка рейтинга. Понятно, что результат далеко не окончательный. По данным специалистов мэрии Абакана, участие в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства на 2025 год приняли почти 24,5 тысячи человек. Кто-то сделал это самостоятельно, кто-то при помощи волонтеров. Процесс продолжается, и к концу текущей недели тройка лидеров вновь может смениться.